«Гармония хаоса». В Центре культуры и искусства «Спутник» продолжает свою работу персональная выставка Надежды Рябыкиной. Посетителей вернисажа ждет необычный мир ярких красок и абстрактных форм. Познакомиться с уникальными работами талантливой художницы может каждый, кто найдет немного свободного времени для встречи с прекрасным. Подробнее о событии в нашем следующем сюжете, который выходит в эфир в рамках реализации проекта «Культура в событиях города». Брызги и разводы ярких красок, неповторимые абстрактные формы, таинственные образы. Работы фокинской художницы Надежды Рябыкиной оказывают на зрителей сильное эстетическое и эмоциональное действие. Необычные по форме и содержанию картины привлекают внимание всех посетителей «Спутника». Персональная выставка талантливого автора, размещенная в фойе Центра культуры, притягивает как магнит каждого проходящего. Когда подходишь, и вот заряжаешься каким-то позитивом, и вот отдает картина, да, вот, видимо, вот в этой гармонии хаоса как раз есть какая-то энергетика такая хорошая, положительная. А некоторые заставляют задуматься, скорее всего, здесь есть, знаете, настроение и состояние автора, вот, поэтому создавались вот такие вот мини-шедевры, интересные, своеобразные, очень, в общем, рекомендуем всем прийти, посмотреть, потому что я с удовольствием посмотрела. Автор картин, представленных на выставке «Гармония хаоса», работает в стиле флюид-арт, что означает «текучее творчество». В самом названии техники заключен секрет этой таинственной и непредсказуемой живописи. На холст по очереди выливается жидкий акрил разных цветов, после чего краски разными способами смешиваются между собой. В результате на полотне получается уникальное произведение искусства в стиле абстракции. Есть различные элементы, это там и со стакана выливают, можно смешивать различные краски акриловые и выливать, и получается вот такой хаотичный узор. Вот видите, даже вот здесь на этом экспонате представлены. На первый взгляд кажется, что краска налита хаотично, произвольно, без определенной цели, но при более внимательном взгляде приходит озарение. Сквозь хаос проявляется чудесная гармония, упорядоченная красота, открываются невиданные миры. При этом восприятие зрителя может не совпадать с мыслями творца-художника. В этом и заключается таинственная и притягательная магия флюид-арта. После этой выставки в голове произошли разные такие картины, разные краски. У меня такие впечатления, будто картины – это какое-то художество, но оно из каких-то других стран, других миров. Мне больше космос виделся. Работа с акрилом не требует специальных навыков или подготовки. Даже у новичка с первой попытки может получиться оригинальная завершенная работа. Ученики художественного отделения детской школы искусств, посетив выставку, мечтают поскорее освоить новую для них технику рисунка. Мне захотелось бы также нарисовать такие красивые картины. Даже когда вот такие вот картины, что-то изображается из-за этой каляки-маляки. Эти картины такие красивые, что ж, чувства вызвали таких, что ж хочется таких же сделать. И они такие красивые, очень красивые. На выставке представлены также интерьерные куклы, сделанные Надеждой Рябыкиной. Необычные и привлекательные игрушки сшиты из ткани и расписаны текстильными красками. У витрины с куклами посетители задерживаются надолго, стараясь внимательно разглядеть детали. Каждая кукла – индивидуальность. У каждой свои эмоции, свой образ и характер. Яркая выставка, очень цветная. Мы увидели много различных образов. И небо теперь увидели, как мы будем его изображать. И как будем изображать какие-то разные полянки цветочные. Ну, много чего увидели. Так что очень хорошо, что мы сюда пришли. Увидеть оригинальные работы жительницы Фокина можно ежедневно с 9 до 19 часов. Вход свободный. Работа выставки продлится до 20 марта. Не пожалейте личного времени, чтобы зайти в волшебную галерею, открыть для себя удивительный мир фантазий и красок.